Мы сами себя иногда пугаем кризисом. Да, есть определенные сложности в банковской сфере, доступности финансовым ресурсам, но сегодня все проекты, которые мы реализуем, они продолжаются. И стратегическим партнером сегодня у нас является Турецкая Республика. Те проекты, которые мы с ними не только начали, а которые мы планируем еще сегодня доложить господину министру, это и производство труб, это большой проект по теплицам, есть другие проекты, связанные с автомобильным бизнесом. Мы четко будем продолжать те контакты, а на самом деле сегодня очень хороший контакт, полная поддержка руководства Турецкой Республики, лично президента, нашего президента. Ведь в этом году, в четвертом квартале, будет большое мероприятие глав наших государств, и это будет проходить в Казани, и это на нас окладывает серьезные обязательства. Все-таки должна быть динамика в наших отношениях, в отношениях между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. И здесь Татарстан, он должен себя проявить. Здесь, близость культур, языков, возможность прямых авиарейсов, ну и исторически то, что у нас сложились добрые отношения, это все позволяет нам и реализовывать, и нам очень важны эти инвестиции. Это и сигнал и для других инвесторов, поэтому мы очень благодарны, что господин министр специально прибыл, и мы провели бизнес-форум, он будет дальше продолжаться. Дальнейший наш путь – это особой экономической зоны, где мы откроем сегодня одно предприятие. И два предприятия еще уже тоже готовы. В ближайшее время мы их можем открыть. И дальше мы проследуем в сторону КАМАЗа, где тоже турецкие представители, производители автокомпонентов работают. И мы обсудим более глобальную нашу стратегию в части наших взаимоотношений на автомобильном рынке. Поэтому у нас много проектов, не только в области экономики, это и образовательные программы, в культурной сфере. И мы ощущаем ту поддержку, которая оказывается руководством Турецкой Республики, лично министром. Мы очень благодарны им за то, что они сегодня у нас.